наш ум разум становится чистым, беспристрастным, радостным и светоносным. И давайте сделаем очень простую панораму. Йоги делают много, по несколько часов, тем самым они ощущают свое физическое тело, тело ума, тело разума. Мы поделаем несколько минут, потому что времени у нас немного, но мы соприкоснемся. И кому будет интересно? Мы не будем дышать. Так, мы будем дышать внутрь. Не знаю, если хотите, давайте откроем. Да, уже потеплело. У нас больше далеко. Не свежий воздух, это там. Да, везде открывали окна, двери. Еще выше, выше, выше. Вы же ведь малая. Там минус тоже открывают окна, двери, куда практики есть такое. Хорошо. Ну давайте делаем большую панораму. Мы вкладываем два пальца, указательные средние мышцы. И тормит ногу до третьего глаза. Спина прямая, глаза закрыты. И большим пальцем правой руки мы закрываем правую ногу. На 8 раз мы делаем вдох. Так, смотрите. Мы считаем про себя. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мы что-то прокидываем голову. 8 раз. Потом безымянным пальцем правой руки мы закрываем левую ногу. То есть у нас получается 2 ноги закрыты. Голова запрокинута. И мы 8 раз задерживаем дыхание. Все внимание находится в области третьего глаза. Делаем. 8 раз мы делаем задержку. И когда мы закрепим выдох, мы открываем правую ногу. И очень медленно мы будем выдыхать через левую ногу тоже на 8 раз. Выдох. И теперь эту же правую ногу мы вдыхаем 8 раз. Эта пранаяма помогает понять прану. Прана, движущая энергия, когда мы отправляем прану, у нас